Как защитить детей от курения? В числе прочих мер в России установлены ограничения. Между местом продажи табака и образовательным учреждением должно быть не менее 100 метров. Прокуратура Ленинского района проверила, как исполняется эта мера. В рейд вышла и наша съемочная группа. Не все предприниматели соблюдают закон. Два киоска по улице Гагарина находятся буквально в двух шагах от детсада номер 61. В них свободно продаются сигареты. Проверяющие совершили контрольную закупку, после чего начали с помощью лазерного дальнометра измерять расстояние. Продавцы в замерах участвовать отказались. Оказалось, что от детей до сигарет менее 50 метров. Сразу на месте составили акт о нарушении. Испуганный продавец в киоске «Чуваш-печать» убрала сигареты с витрины. Если сигареты появится снова, хозяину ларька грозит штраф и судебный запрет на реализацию табачной продукции. В прошлом году в рамках предыдущих проверок было проверено порядка 25 торгующих организаций, реализующих табачные изделия на территории Ленинского района. По результатам проверки прокуратурой района было подготовлено 7 исковых заявлений о запрете деятельности по реализации табачных изделий, которые были 6 из которых исков было удовлетворено в полном объеме, то есть торгующим организациям, а именно юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям было запрещено реализация табачных изделий. И одно юридическое лицо прекратило реализацию табачных изделий в добровольном порядке. Регулярные проверки планируются и в дальнейшем. В прокуратуре надеются, что это поможет защитить наших детей от вреда табачного дыма и сохранить здоровье подрастающего поколения. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Евгений Анисимов, Республика.